коротким инструктажом да загоночку ульяновский карт-холл во второй раз в своей истории принимает состязание в рамках всероссийской автоспортивной программы «СМП Рейсинг Газпром Детям». Если вы заехали внутрь четырьмя колесами, соответственно, будет пенализация. Руководитель программы, известный российский автогонщик Алексей Басов, лично контролирует каждый из пяти этапов состязаний. Победитель различных международных стартов, он говорит, что пора передавать свой богатейший опыт юным гонщикам. Цель проекта, да, вытащить и найти любителей со всей России. Поэтому у нас в этом турнире задействовано в этом году 16 городов. Это начиная с Иркутска, заканчивая Калининградом. Может любой желающий попасть на эти соревнования, не имеющий никогда действующую там гоночную лицензию. В очередной этап, который и принял Ульяновск, пробились 45 самых перспективных спортсменов. По 9 пилотов из Казани, Ростова-на-Дону, Грозного, Саратова, Пензы, Рязани. Самому младшему из них 9, самому старшему 16. Приехали, они практически ничего не умели. Они ехали достаточно медленно. За полтора месяца обучения вот они достигли достаточно хороших прогрессивных результатов. Они показали такие хорошие результаты, на которые мы даже не надеялись. Примечательно, что хозяевам трассы, ульяновцам, никаких поблажек. Регион представляет также 9 спортсменов. Среди них Иван Волобуев. О гонках мечтает с детства. Потому и пришел в секцию картинга несколько лет назад. А что нужно мальчику еще? Машинки, когда ты можешь ездить на больших скоростях, когда ты можешь в них копаться, что-то делать, изучать что-то новое. Все это интересно очень. Первый из трех финальных заездов для Ивана Волобуева сложился неудачно, но затем он наверстал упущенное и в итоге показал второй результат в старшей возрастной группе. Это позволит ему в сентябре поехать в Москву на финальные состязания проекта. Кроме него, Ульяновск Первопрестольный представит другие призеры гонок – Матвей Машкин и Тимофей Губин. Также в числе финалистов ростовчане и пензяки. Михаил Сашанский, Управда ТВ.